Добрый день, меня зовут Инна Сенаторова. Я работаю в компании «Фабрика дверей» коммерческим директором. Основной темой этого года стали эмоции. Эмоции, которые очень важны в наше время, ушли на второй план технические вопросы. На первый план вышли именно те темы, которые связаны с обслуживанием клиента, как и в интернете, так и непосредственно в самом магазине. Мы действительно знаем наших партнеров не просто там по телефону, мы видим каждого партнера в глаза. И когда мы собираемся вот так хотя бы раз в году, очень приятно обнять старых друзей, улыбнуться, обсудить даже семейные вопросы, не только рабочие. Это уже как семья «Фабрики дверей». Ну, такие мероприятия нужны. Как говорили на этой конференции, мы годами считаем от мая до мая. Самым значительным событием 2018 года стало открытие нашего филиала на Урале. Мы пришли на Урал. Действительно, в Сибири мы уже заняли позицию, и потом следующим шагом в росте, в развитии компании стал Уральский федеральный округ. И за год, с мая по май, мы открыли там 25 магазинов наших партнеров, 22 партнера к нам прибавилось именно на Урале. Ну и, конечно, в Сибири тоже открывались дополнительные магазины, в основном в Иркутской области и в Красноярском крае. Планы какие? Закрепиться в Уральском федеральном округе, включить интерактивное обучение, дистанционное обучение, развить социальные сети, то есть добавить тех инструментов в развитие бизнеса, которые помогут нашим партнерам закрепиться как и в Сибири, так и на Урале и продолжать свое развитие. Приглашаю всех, кто хочет заниматься своим бизнесом. Да, он нелегкий, но он очень интересный. Пожалуйста, вступайте в семью «Фабрики дверей».